Ивановский образцовый хореографический ансамбль «Сказка» снова вернулся с победой. На этот раз ребята старшей группы принимали участие во всероссийском конкурсе «Дети солнца», который проходил в Тольятти. Туда ребята привезли 4 номера в 2 номинациях. Несмотря на серьезную конкуренцию, ивановцы оказались лучшими. Нам очень понравилось. Это был такой драйв, это был стресс, это коленки дрожали, мы все тряслись, переживали. Но и они, и мы показались достойно. Но кроме этого, для нас очень большой урок, как надо работать, как надо трудиться. Дети извлекли этот урок, теперь мы хотим еще лучше работать. Стать безусловными лидерами в номинации «Эстрадный танец» сказочным детям, так ласково называют их педагоги, помог танец «Побег из курятника». В номинации «Современная хореография» ивановцам удалось занять 2-е место. Девочки исполнили танцы «Рисунок на стекле» и «Вслепую». Готовясь к каждому выступлению, ребята всегда настраиваются на победу. А дается она нелегко. Занятия проходят 4 раза в неделю. Каждая тренировка длится 2 часа. В Тольятти ездили 15 участниц хореографического ансамбля «Сказка». Все они танцуют по 8-10 лет. Я занимаюсь танцами с 5 лет. Ну, как бы уже пошел 9-й год. Ну, мне очень нравится танцевать. Участие в масштабных конкурсах и фестивалях обычно вызывает сильное волнение, хотя выступать приходится довольно часто. В Тольятти девочкам пришлось понервничать. Победа была полным сюрпризом. Если честно, мы были в шоке, когда узнали то, что у нас 1-е и 2-е место. Мы не ожидали этого, потому что с нами в номинации были очень сильные коллективы, и мы очень обрадовались, когда узнали, что нас поставили на одну планку вместе с ними. Это был невероятный шок. Но почивать на лаврах участникам хореографического ансамбля некогда. Впереди новые конкурсы и фестивали. А значит, предстоит как следует поработать, чтобы снова доказать, что сказочные дети – самые лучшие. Любовь Почельникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.